tried. Said I think I know what you mean. Pretty good for a dumb machine. And you gave me that smile. We stood there for a while. That was when you woke me up. Всем привет, ребят, с вами Ромус и Сталкат, поздоровайся. Всем привет, друзья. Сегодня будем играть на GTM, собственно говоря. Мы уже тут во время подготовки к записи людей помесили. Он мне тут пишет, кто приглашает. Как он попадает, я не понимаю немножко. Ясно, короче. Подожди, я его попробую. Заходи сюда внутрь. По-дикому фигачит. Я не понимаю, как попадать издалека. У него, по-моему, читы, чувак, он его, по-моему, читы. А я модератор, по-моему. Умри нахрен. На бас. Да, у меня читы, по-моему, чувак. Так, я в тюрьме. Как мы можем попадать, мне интересно. Тут чувак, офигеть, он 26 лет. Убирайся. Я к нему не подойду. Ты что, это мощь модераторов, понял? Ты, парень. Офигеть. Он на свинторезу. Лоу HP. Ха. Там двое бегают голых парня, я не знаю, есть ли смысл их убивать, наверное, нет. У меня, кстати, одна звезда, поэтому будет это мяско будет. Как он попадает? Боже. Я немножко не понимаю, как он просто попадает. Лол, да вы задолбали. Они все за мной тут бегут. Бежут. Боже, почему я его убить не могу? Вот это? Вот это, да? Да. Меня, чувак, тут со всех сторон дерут. Какого фига? Знаешь, бомжи всякие, блин. Да вот. Блин, ты сам себя унизил только что. Лол, тут реально все сундуки. Как ты попадаешь, парень? Как он попадает, боже! Почему я вот центром экрана стреляю по ним, и я, ну, не попадаю реально, не проходит урон. Постепенно заканчивается ид. Чувак, там чувак. А, вещи. У меня еще нет, тебя Фирач. Спасать не буду. Тебя убьют просто, и все. Так, пошел он сюда две минуты, че, бомж? Лол, убили. Что за килавр такой, блин? Вообще. Он тебя убил? Нет. Я не умею с дробовика стрелять, поэтому вот так. Топовый дробовик, чувак, это топовое оружие, ты в курсе? Нет, я не умею. О, цель, добыча. Оно изичное, оно ложков без брони убивает с первого патрона. Сосополь Леошвили. Долби! Офигеть, их много, чувак, валим. Боже, это что, админы какие-то? Что у него там перед ником красный? Бред. Как они попадают реально? У него снайперка или что? Я вот так вот все напродавал, эти дробовички, всякое говно. Ха-ха! Это серьезно? Я еще снайперку нажал. А нет, он не дропнулся ничего, кто гад, а? Это ты? Сталкотелый. Да, это ты, это твой скин. Ты мои вещи залутал все. Это ты, да? Это я его убил, ты все залутал. Нифига себе, ты что, борзый? Давай оружие нафиг. Я с говном каким-то бегаю. Так, вот, на тебе добрезик. Херач. Стой, не херач. Блин, ясно, короче. Иди. Где твоя помощь была? Скажи, пожалуйста. У меня лагает, чувак, у меня лагает. Где была твоя хелпа? Какая хелпа? У меня лагала, у меня ссанный интернет был. Ну нахер. Отец... Ну ты видел? Проблема тут комиссия. Я тоже. Сейчас бы всех раскидать. Че такое случилось тебе там? Раскидал всех, прикинь. А это свой. Это свой, боже. Это свой. Ясно, короче. Блин, чел, сейчас хелп, блядь, хелп, сука! Хелп, я ему хелпу, херачу. Лол! Что? Что? Чувак, ты по нему сколько ты нанес? Очень много нанес. Перезапуск. Всем спасибо за просмотр, ребят. С вами был Сталкат.
значит, да, Ромус. Да. А мы играли в режим GTM на Кристалликсе. Если вам понравилось, а я думаю, это так, то не забудьте поставить лайк. Также написать комментарии, чтобы добавить, что убавить, я не знаю. Ну, пишите свои идеи какие-то. Мы обязательно все прочитаем и на все ответим. Всем спасибо, пока-пока.